Если покинем атмосферу, в трюме все погибнут. Уходи, это приказ! Убирайся отсюда! Ну, а кто еще выжил? Я же один. Уинтер, погоди, а где Крус? Как нам выбраться, Бишоп? Уинтер! Его прижало, Рид! Я постараюсь вытащить Круза, а вы с Бишопом выбирайтесь отсюда и найдите способ открыть шлюз. Мы с О'Нилом, Рид и Хиггсом проберемся внутрь через аварийный люк. По моим расчетам, у нас осталось около 8 минут. Стойте! Не спорь! Идите! Понял. Давай, давай! Капитан, как вы там? Патроны бы не помешали. Сэр, у нас 8 минут. Сейчас придумаю, как вас вытащить. Что спятил? Блин. А она как сюда попала? Мы почти у цели. Не высовывайся, Уинтер. Победить королеву? Как обстановка? Победить мать твою королеву? Она находится там. Слишком большой риск. Уинтер, ты умеешь пользоваться грузовой катапультой? Продолжай, Миша. Прежде чем воспользоваться катапультой, ее необходимо перезагрузить. Система после падения отключилась, так что управлять придется вручную. Понял тебя, Миша. Но прежде убедись, что она находится перед катапультой. Охренеть. Рассказывал мне. Фуфла. Найти катапульту. Перезагрузить катапульту. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, королева. Не быкуй. И вот как мне с ней справиться? У меня вроде как 8 минут, но я прям сомневаюсь, что здесь мне дали это время. Хорошо, давай искать катапульту. Где катапульта? Это мы вот так вот летели, да? Все, нахрен это побито. Куда вообще? Что там дрыгается, а? Слушай, я катапульту так и не нашел. Подожди, я нашел потом. О, прекрасно. Сколько? 1 из 3, что нам? Ну, аудиозаписи не запомнили. Так, тварь, вот она. Она ничего не боится. Смысла в нее стрелять вообще никакого нет. Это просто зря потраченные патроны. Подожди, мне нужно забраться сюда наверх. Как? Так, стой, стой, стой. Вот это вот что? Почему она так подсвечивается? Но я не могу его использовать. Она будет лапу, видишь, что ли? Хорошо, давай посмотрим. Давай подумаем, как нам выбраться. Пока вариантов я еще не вижу. Одно радует, что она тупит. Она тормозит, она довольно медленная. Хотя, если нужно, она сможет, наверное, и пробежаться. Вообще она бегает. И бегает. А, подожди. И бегает она нахер. Где она? Ну, давай попробуем. А, вот, я вижу. Перезагружаем. Быстро, 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 быстро! Слушай, вообще одного удара хватит от королевы, да просто это дёрг. Всё, дёрг, валим! Наверх валим. О, блин, что происходит? Стой, дрэщик. Всё, броника нет, двух ударов. Встань, Митр, встань. Так, хорошо. Катапульту я, видимо, перезагрузил. Ну, мне кажется, что что-то произошло. Так, ты прикалываешься, как мне её отвлечь, или что нужно сделать? Ай, королева. Все, сейчас бежим. Он еще не может бежать. Ну, давай. Просто пробегись. Я тебя прошу. Я кричу, не должен это делать. Дерни. Рычаг. Есть рычаг. Типа я ее зажал, короче, да, получается? Так, и что теперь? Спасибо. Получается, нужно, чтобы она мне еще... А, нет, у меня восстанавливается. Если будут такие же... О, не просто так раскидывать все. Хорошо. А, вот. Подожди, она дурочка прибеглась. Вот еще, здесь. Так, все, она здесь. Могу ли прокрыть? Нет? Как? Хреново. Хреново. Ну что? Подожди, ее удар мне сейчас снимет всю... В смысле, как она меня достала, блин? Ой-ой-ой, так, уйди. Так, давай подожди, пока она уйдет.
хватит шипеть. Кстати говоря, хочу обратить твое внимание, что абсолютно у всех чужих, во всяком случае, по фильмам. Вот опасно, опасно, ну давай попробуем. Дерни, 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 дерни! Блин, твою мать! Королева! Киса! Ай! Я еще и погорел! Воу-воу-воу! Дерни рычаг! Это слишком сложно. Ой, блин, мать твою! Жизнь, жизнь, жизнь! Не ори! Так вот, что я сказал, у всех чужих, абсолютно у всех чужих. Вот, все. Мне нужно теперь, чтобы она встала, я так понимаю, по центру. У всех чужих есть зубы, ну это понятно, да? И только у королевы... Все, дергай! Похоже. Не понял. Ёмана. Это херовая идея. Ну ладно, тогда сделаем проще. У всех чужих есть зубы. Ну, у них зубы обычные. Ну, там желтые, да, черноватые. И только у королевы зубы прозрачные. Все, сейчас ставлю на паузу, чтобы надо лишний раз смотреть. Потому что, я так понял, нужно будет все повторять заново. Короче, вот как решил сделать. Блин, это прокатывало. Я просто прятался, понял. Ехал на самой платформе. Она меня не видела, поэтому я должна, соответственно, атаковать его, смотри. Типа раз спрятался, потом не прыгнул в ту сторону. Мне нужно дернуть 4 рычага. Третий я только что дернул. Блин, значит, не знаю, сейчас дергаю 4-й. Третий, блин, готово. Давай, давай, дергай и валим, 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 валим. Сейчас нужно так угадать, чтобы эта сушка прям вот встала как-то сюда. Правильно? Ведь как иначе? Нужно ее выдохнуть. Вот сейчас. Дерни, дерни! Просто глазам не верю. Да ну? За дверью Майкл Вейланд. Из-за него мы все здесь. Мы потеряли черный ящик Сулаку. А люди в Вэйю уничтожили все улики, так что Вейланд нужен нам живым. Он должен дать показания. Согласны? О'Нил, пойдешь со мной. Мы разберемся с этими парнями. Стойте, не стреляйте! Погодите! Да погодите же! Ты хоть понимаешь? Ты понимаешь, что ты наделал, упырь? Нет, пожалуйста, не делайте этого. Я ведь просто лицо компании. О'Нил, подумай, что ты делаешь. Поздно думать. Братишка, мы его взяли. Убери оружие. Убери. Не могу. Кто-то должен за все это заплатить. За Круза. За Киза. За всех, кого мы потеряли. За нее! Не думай сейчас про Беллу. Если кто-то назовет ее имя, я разнесу этому гаду башку ко всем чертям! Пожалуйста, не стреляйте! Заткнись, мразь, заткнись! Можно я с тобой поговорю? Бишоп, отвали хоть ты! Нет. Бишоп, я не шучу. Если не отойдешь, буду стрелять через тебя. Нет, Белле бы это не понравилось. Я сказал не называть ее имя! Белла. О'Нил, стреляй! Хикс, ты что? Что за дела? О'Нил, ты должен его застрелить! Поверь, должен! Капрал, отойди! О'Нил, не надо! О, как я благодарен! Бог ты мой!
Застрелил я твоего бога. Он был нам нужен! Присмотрись. Это не Вейланд? В точку, капрал. Но откуда ты знаешь, что это не настоящий Вейланд? Ты сказал, нам нужно выяснить все, что ему известно. Я был у них 13 недель и 4 дня. Многочасовые допросы, бесконечные пытки. Конечно, я уже едва держался. Но знаешь, когда в камере вас только двое, в конце концов замечаешь, что второй парень не дышит. Почему тогда ты его убил? Потому что он бы уничтожил вас при первом удобном случае. Это его задача. Бишоп? Я могу скачать его данные. Это особая модель. Возможно, нам повезет. А что для этого нужно? Свободное место и скальпель. А это опасно? В моем мозгу трубки. Глупый вопрос. Прости. Бишоп, ты готов? Закачка данных уже началась. Мне нужна еще минута. Думаешь, это сработает? Сработает. Откуда ты знаешь? Ты потерял девушку, да? Да. Я тоже. Это должно сработать. Бишоп, что у тебя? Скажите, у нас осталось хоть что-нибудь? Нам необходимы доказательства. Слушай, а Хикс красава. Как он выкупил? Все улики у нас. Мне бы даже в голову не пришло, что дыхание есть у человека или нет. Это, блин, мне кажется, круто сделано. Так, а вот сейчас интересно. Конец игры, брат. Серьезно? Конец игры? Игра мне понравилась. Ярко, красиво, динамично, самое главное. Игра не надоедает, не дает тебе отдохнуть. Все, в принципе, круто. Если, как я уже говорил неоднократно, почти, наверное, в каждой серии, если не обращать внимания на то, что с эталонными фильмами у нее нет практически нет ничего общего. Ну, это мое мнение. Но мне ужасно не понравилась концовка. Это, блин, не концовка, это какая-то шляпа. Это реально, я не очень доволен. Вот, много несостыковок, много косяков. Но, блин, сделано красиво. Сам выстрел, за это я даю просто 5 из 5, это было четко. Хикс по красоте выкупил, про дыхание и все такое, это мне понравилось, молодец. Но, блин, что за конец игры такой, нахрен? Ладно, посмотрим, на что еще эта игра способна. Но, тем не менее, это конец игры. Я прошел игру. Всем спасибо за просмотр, огромное спасибо за комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях, в следующих прохождениях. Всем пока!